В середине ноября стали поступать жалобы на излив фекальных стоков в районе деревни Марьино, где проходит наш коллектор диаметром 400 мм. Были приняты определенные меры. Мы исследовали, пытались гидропневматическим устройством промыть сеть, но оказалось, что гидропневматика не помогла. Запустили телемеханику, то есть камеру, и оказалось, что коллектор забит бетонитом, который применяется при прокладке трубопроводов горизонтальным бурением. Обратились с нашим коллегам в Мосводоканал. Как оказалось, у них такие бывают проблемы. Они нам предоставили организацию, которая приступила к работам где-то уже в начале декабря. И вот в предыдущую пятницу мы завершили эти работы. Сейчас коллектор работает в штатном режиме. Пользуюсь ситуацией, потому что у меня были неоднократные встречи с жителями деревни Марьино. Мы объясняли, и я должен отметить, что жители с пониманием относились к проведению этих работ, потому что они, работы, были шумового характера, но люди с пониманием отнеслись, и теперь можно сказать, что наконец они завершились.